Приветики, мальчики. Честно говоря, я уже в шоке от Николаса Кейджа. Он стал какой-то мега большой и огромной популярнейшей звездой. Вот и в этом году выходит новый фильм с его участием. Называется этот новый фантастический ужастик «Собиратель душ». Премьера намечена на июль 2024 года. В этом фильме агент охотится за одним из серийных убийц, которого зовут Длинноногий. То есть, скорее, его так прозвали. Серийный убийца Длинноногий. Больше 10 лет его жертвами становятся целые семьи. И чем ближе агент подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь. Такая вот аннотация к этому фильму. Интересно, не правда ли? Давайте уже смотреть официальный трейлер этого фильма. Ой-ой, какие-то символы. Актриса прикольная. Неон представляет. Ля, какой кадр, нифига себе. Отличная режиссура, так сказать. Необычно немного. Никто ничего не говорит в трейлере. Но он и сам говорит за себя. Женщина что-то расследует. Какие-то символы странные. Это, наверное, что-то типа кода да Винчи, только страшнее. Как будто бы. Вырисовываются символы какие-то. Ой-ой-ой. Интересно, кого будет играть Николас Кейдж, кстати. Убийцу или кого-то другого. Как я понимаю, тут главный герой женщина. Потому что ее прям много показывают. Длинноногий. Ну или Собиратель душ. Посмотрим, как его в итоге назовут. Этот фильм. Скоро. Ну, уже дата июль, значится. Ты все еще читаешь свои молитвы? И все? Наши молитвы защищают нас от дьявола. Блин, ну очень странная постановка, но мне нравится. Прям... качественно и необычно. Все? Да блин. Как так-то? Офигенная постановка у этого очень качественного фильма. Трейлер мне понравился. Необычный, интересный, заманивающий. Мне захотелось посмотреть это кино, чтобы понять, что там мотиву происходит. К сожалению, Николаса Кейджа я не приметил в этом трейлере, но точно знаю, что он один из главных героев на первых ролях. Так что, конечно же, буду глядеть этот фильм. Это был Антивирус. Спасибо вам за ваш ужасный просмотр. Подписывайтесь на мой ужаснейший канал за новыми ужасными видео. Пока-пока и дергайте меня за мои ужаснейшие бока.